Надо начать с слов вообще спасибо, что пришли в такую погоду. Я, честно говоря, не ожидал, что много народу просто дойдет под таким ливнем, но погодные условия здесь они относятся в том числе и к теме самой лекции. На самом деле, вот момент, в который мы эту лекцию будем слушать, он очень удачный с такой астрономической точки зрения. Ну, только что прошел день летнего солнцестояния 22 июня, который у нас будет фигурировать. Вот Луна в квадратуре сегодня вечером, кто взглянет на Луну, увидит ровно половину. Поэтому как-то все очень, очень подходит и очень хорошо сходится. Я единственную неточность на всякий случай здесь поправлю. Я никогда не был сотрудником Математического института имени Стеклова. Я работаю на мехмате МГУ и в последнее время еще также работаю в факультете компьютерных наук Высшей школы экономики в Москве и в университете Аквила в Италии. Тема лекции совершенно никак не касается моей научной деятельности. Она касается скорее процесса написания популярных статей в различные в популярный журнал для школьников, в частности, в журнал «Квант». Как-то давным-давно еще, вот, создавая очередную статью для «Кванта», я должен был навести справки про древнегреческих астрономов. И выяснилась какая-то странная вещь, что я к своему стыду не знаю совершенно удивительных вещей, которые тогда в то время, во втором веке, во втором-третьем веке до нашей эры происходили. Значит, я впервые тогда узнал, мне было уже почти 30 лет, и я считал себя геометром, я узнал, что на самом деле как бы в Древней Греции уже были известны значения не только радиуса земного шара, но и радиуса Луны, например, расстояние от Земли до Луны, расстояние от Земли до Солнца. Вот такие астрономические величины, пусть не точные, пусть с ошибками, но, оказывается, древние греки знали, и более того, для их вычисления не нужно было вообще никаких специальных приборов или специальных наблюдений. На самом деле, оказывается, что любой из нас может сам эти вычисления проделать, обладая достаточной наблюдательностью. А все мы видели эти природные явления, если не воочию, то, по крайней мере, по телевизору или в интернете, но вот единственный человек, который нашелся 2000 лет назад, который сделал отсюда правильные выводы и в результате свел задачу вычисления астрономических величин просто к трем простым задачам геометрии. Эти задачи просто для 8-9 класса, они совершенно элементарны. Первые две совсем тривиальные, последние немножко чуть посложнее. Решив эти задачи, мы получаем значение этих астрономических величин, а дальше произошла удивительная история. Значит, во втором веке до нашей эры впервые был сделан вывод о том, что в центре мира находится Солнце, а не Земля. То есть это вывод, сделанный за 17 веков до Коперника, и он на самом деле был всем известен. В течение всех этих 17 веков он существовал просто в написанном виде, переведенном на латынь, с греческого языка, и на самом деле все древние ученые это знали. Но почему-то никто не отважился принять эту систему. И причина этого не только давление, скажем, католической церкви, а причины тоже вполне математические, скорее геометрические даже. И вот по этим ключевым моментам мы сегодня попробуем с вами пройтись, заглядывая в историю и решая, соответственно, вот эти совершенно элементарные школьные геометрические задачи. Мы начнем с более известной истории, а потом переключимся на истории менее известные. Ну, первая история, о которой все знают, это про то, как Эратосфен Киренский измерил Землю. В этой истории, правда, когда начинаете более глубоко копаться, возникают некоторые несоответствия, с которыми приходится бороться, и которые в большинстве книг, например, просто не замечены. Эратосфен Киренский был греческим математиком-астрономом очень широкого кругозора человек, он был еще и поэтом, географом и даже физиком, как-то вот по тем временам естествоиспытателем. Он был автором первых карт мира, тогдашнего мира, естественно, то есть мир вокруг Средиземноморья. И он долгое время возглавлял Александрийскую библиотеку. Вот такой главный центр науки античного мира II века до н.э. Она в начале III века до н.э. была основана. И в течение нескольких десятилетий Эратосфен Киренский был ее в каком смысле директором, и там собирал у себя ведущих ученых древности, ну, в частности, например, Архимед долго работал в Александрийской библиотеке. Александрийская библиотека просуществовала почти 700 лет, потом в IV веке она исчезла,
Любопытно, что причина исчезновения зависит от источников, которые мы смотрим. Если это европейский источник, то причиной называется вторжение мусульман-арабов, которые сожгли библиотеку. А вот, скажем, в Турции источники совершенно другие. Все, что сожгли ее христиане, которые боролись с языческими книгами. Что было на самом деле непонятно, но вообще говоря, ученые сходятся на том, что ее исчезновение – это следствие не одного события, а просто общего упадка тогдашнего египетского царства. Просто ее растащили, ну и она разрушилась. Пролитосфена нам главным образом известна, его знаменитое решето, которое до сих пор применяется в компьютерной технике. Это решето, которое оставляет только простые числа. Если мы сначала вычеркнем единицу, потом обведем двойку как первое простое число, а дальше вычеркнем все числа, делящиеся на 2. То же самое мы поступим со следующим. Каждый раз мы оставляем первое невычеркнутое число. И оно, конечно, будет простым. Вот первое невычеркнутое теперь 5. А дальше первым невычеркнутым будет 7 и так далее. Будут оставаться исключительно простые числа. Ну вот этим, вот этой такой вещью Эратосфен главным образом знаменит, хотя, конечно, его научное наследие гораздо шире. Вот первая карта мира, созданная Эратосфеном, значит, ну вот, чтобы здесь в этой карте разобраться, надо найти первым делом Италию. Вот она, Италия. Италия, Сицилия. Немножко смешно выйдет Британия, но главное, что значит, такой вот остров. Черное море практически полностью воспроизведено, Каспийское море немножко выглядит тоже смешно. Вся известная Африка к тому времени называлась Ливия, ну и естественно, что кроме Севера Африки в то время ничего не знали. Ни Казани, ни Москвы на этой карте вообще нет, как и реки Волги. Вот Волга, она должна протекать здесь, естественно, что в то время греки о ее существовании не знали. Естественно, что для того, чтобы создать первую карту мира, нужно было знать размеры этого мира. Соответственно, нужно было знать, каков радиус земного шара. О том, что Земля круглая, люди знали давно, гораздо задолго до древнегреческих ученых. Ну, значит, мореплаватели, они прекрасно понимали, что меняется картина звездного неба, меняется созвездие, таким образом, действительно, мы не можем плыть по плоской поверхности. Давно было замечено, что корабли, уходящие за горизонт, они уходят, как бы проваливаются. Сначала исчезает корабль, потом исчезает его мачта, они проваливаются вот за линию горизонта. Соответственно, Земля должна иметь какое-то закругление. Первым явно выразили мысль о шарообразности мира пифагорейцы, которые считали шар совершеннейший из фигур, ну и, соответственно, Земля должна обладать этой формой. Первые доказательства привел Аристотель 1,5 века спустя. Ну, Аристотель одним из главных, он привел все эти аргументы, которые вот только что мы с вами перечислили. Один из главных аргументов Аристотеля состоял в том, что во время лунного затмения мы на Луне видим тень. И это тень Земли, и это тень круглая. Но раз предмет дает круглую тень, значит, он сам круглый. А про лунные затмения мы еще должны будем поговорить сегодня. Короче говоря, о том, что Земля шарообразна, в то время уже сомнений никаких не было. Осталось только измерить радиус этого шара. А разные способы применялись до этого, в общем, разные, даже у Аристотеля был свой способ измерения, они все были чрезвычайно грубые, ненадежные. Первое такое относительно точное измерение было сделано Эратосфеном, не то что относительно, даже очень точное. Он нашел значение радиуса Земли с ошибкой всего лишь 2%. А каким образом это сделал? Ну вот, это карта современного Египта. На севере страны город Александрия, он, собственно, на том же месте находится, а вот на юге страны город Сиена, а теперь он называется Асуан, знаменитая Асуанская плотина, которую Советский Союз строил 50 лет назад, вот находится именно там. Значит, между Александрией и Сиеной порядка 800 километров расстояния. А Сиена находится в точности на 23-й параллели. Вот даже на карте можно разглядеть, 23,5 градуса у нее параллель. А это значит, что уже в этом месте бывает Солнце в зените. Ну, поскольку оно находится точно на вот границах южного тропика, это означает, что всего лишь один раз в году Солнце бывает в зените в этой местности. Это как раз в день летнего солнцестояния, 22 июня. Все, кто в то время бывали в Сиене, они все рассказывали эту историю, что там есть храм, в храме колодец, еще задолго до этого созданный. И вот люди приходят и наблюдают эту картину, как ровно в полдень 22 июня дно колодца освещается солнцем.
Таким образом, а в Александрии она не освещается. Александрия севернее. Ну и, соответственно, конечно, разность идет из-за того, что они находятся в разных частях земного шара. То есть понятно, что каким-то образом радиус земного шара является функцией вот от в то время, когда в сиене, скажем, вертикальный шест не дает тени, солнце находится в зените, в Александрии этого не происходит. И вертикальный шест дает какую-то длину тени. Значит, понятно, что имея длину этой тени, как-то можно вычислить радиус земного шара. Построение эратосфены было очень простым. Это фактически свелось к простой геометрической задачке. Ну, первое дело, как это технически все реализовывалось, значит, как было вычислено расстояние. Он долгое время опрашивал владельцев верблюжьих караванов, сколько верблюжий караван идет от Сиены до Александрии, сколько он отдыхает, и примерно вот вычислил какое-то среднее. И кроме того, он этому среднему не поверил, дальше нанял нескольких так называемых бематистов. Бематисты были люди специальной профессии, которые измеряли географическое расстояние шагами. У них более-менее была постоянная длина шага. Ну и вот, значит, выведя среднее примерно на современное исчисление, получилось примерно 800 километров. Дальше Эратосфен рассуждал следующим образом. Вот если у нас есть земной шар, таким образом 22 июня в полдень мы получаем, что Солнце ровно стоит над горизонтом, ровно над головой. Это означает, что солнечные лучи перпендикулярны земной поверхности. Вот эта точка, в которой находится город Сиена. Таким образом, солнечный луч просто проходит через центр круга. А вот точка, в которой находится Александрия. И дальше делается элементарный вывод о том, что накрест-лежащие углы при параллельных, поскольку солнечные лучи, конечно, параллельны, накрест-лежащие углы при параллельных равны. Этот угол мы обозначим гамма, и этот угол можно вычислить. Собственно, этот угол и есть угол между вертикальным шестом и солнечным лучом. Он определяется длиной тени. Мы можем поставить шест, мы можем измерить длину тени. Дальше, если бы находились в нашем времени, мы бы сказали, что мы просто вычислим арктангенс этого угла. Но в то время все было гораздо проще. Такой же точный треугольник был нарисован на Земле, и транспортиром просто измерен этот угол. Вот этот угол примерно оказался равен 7,2 градуса. После этого уже мы понимаем, что значение этого угла. Значит, мы знаем угол между радиус-векторами, направленными с центра Земли в Сиену и в Александрию. Этот угол, значение этого угла в радианах, умноженное на радиус Земли, дает длину дуги. А длину дуги мы знаем, 800 километров. Значит, осталось просто решить вот эту пропорцию. Расстояние делить на 360 градусов, это есть x делить на гамма. Ну и, соответственно, вот получился этот самый x, который, оказывается, что расстояние между Сиеной и Александрией составляло примерно 1/50 длины Земли, ну и отсюда получается, собственно, длина экватора в 40 тысяч километров. Ну и радиус Земли таким образом был найден. Ну, все это вызывает некоторые небольшие вопросы. Ну, например, первый вопрос. А почему такая точность? 40 тысяч километров ровно. Нам повезло. Вот мы вычислили, радиус Земли оказался ровно 40 тысяч. Так вообще бывает? Подозрительно круглое число. На самом деле, конечно, метр придумали, исходя из этого. То есть это 1/40 длины экватора, поэтому, ну, там земного меридиана, точнее, проходящего там через. Поэтому просто это из определения метра. Хорошо. Вопросы к этому измерению есть более уже серьезные. Ну, например, дело в том, что, значит, длину тени вроде как измерял сам Эратосфен, а вот в Сиену он направил своих помощников, которые бы зафиксировали момент солнца в зените, когда солнце освещает дно колодца. И одновременно эти изменения должны быть сделаны. Первый вопрос, конечно, технический, что означает одновременно. Вот здесь вопрос очень сложный. На самом деле в первоисточнике написано дословно «в тот же час». Вот так. В тот же час в Александрии Эратосфен измерял длину тени от шеста. Каким образом это было сделано в тот же час? Не было возможности никакой синхронизировать измерения в то время.
Ну вот, один мой друг, он рассказывал вот на эту тему по статье в Кванте, он делал занятия в 57-й школе, он даже, они там целый урок посвятили обсуждению, как это можно технически было сделать в то время, синхронизировать два измерения. Значит, они, разность между ними должна была превышать получаса. Вот разность в 20 минут уже давала ошибку большую, чем ту, которая появилась у ротосфена. Каким образом одновременно они это сделали, ну как-то вот до сих пор остается непонятным. Можно было это сделать не одновременно, можно было, например, измерить длину, наименьшую длину тени. Но дело в том, что это наименьшая длина, этот момент зафиксировать тоже очень сложно, потому что когда она там будет наименьшая, в общем, не очень понятно. Это остается, в общем, открытым вопросом, нигде это не объяснено. Ну, равно как нигде не объяснено и второе обстоятельство. Дело в том, что ну вот, где, если вы будете читать про это в учебниках, везде написано, что два города находятся на одном меридиане. На одном меридиане они находятся, это, конечно, не так. Достаточно взглянуть на карту Египта. Вот у нас Александрия, а вот у нас город Асуан. Вот этот угол составляет 9 градусов. Если мы посмотрим Александрия Суан, то угол с меридианом 9 градусов. Это примерно такой же угол, между прочим, как, скажем, если Казань и Волгоград. Вот, значит, вот такой же точный треугольник будет. Это города далеко не на одном, или Москва и Ялта, например. Это города далеко не на одном меридиане, поэтому казалось бы, что из-за этого должна произойти крупная ошибка. К счастью, этой ошибки не происходит, потому что если мы посмотрим, значит, вот этот угол в 9 градусов, угол с меридианом, он дает ошибку примерно в косинус 9 градусов. Но, к счастью, косинус 9 градусов величина очень маленькая, потому что мы знаем, как раскладывается косинус в ряд Тейлора. Да? Вот эти 9 градусов, которые есть примерно 1/20 радиана, они должны возрастись в квадрат, и будет уже 1/400. Ну вот из-за этого здесь ошибка примерно в 1%. Поэтому на самом деле, скорее всего, конечно, Эратосфен интуитивно понимал, что измерение длины, оно не точное, и города эти находятся на разных меридианах, поэтому он где-то подправлял, где-то убавил, где-то сложил и так далее. И в конце концов, скорее всего, повезло, что такая большая точность. Точность была 2%, она была улучшена только уже в середине 19 века, экспедиция Французской академии наук, а потом последовавшей за ней экспедиции, уже организованной в России Василием Яковлевичем Струве, они там измерили радиус земного шара уже точнее. До середины 19 века это измерение было фактически лучшим, хотя, в общем, не все в него верили. Ну, например, известно, что все великие географические открытия были сделаны из предположения, что окружность земного экватора на 3000 километров меньше. Вот во времена Колумба и Магеллана считалось, что радиус немножко поменьше Земли, и окружность земного экватора, она составляет не 40 тысяч, а 37 тысяч километров. Возможно, это счастливая ошибка, если бы были, они знали истинные размеры, может быть, и не поплыли бы никуда. Ну вот, собственно, была создана карта тогда, карта древнего мира. Вот земной шар был измерен, а дальше начинается история уже гораздо менее известная, измерение астрономических величин. Да, ну вот, собственно, есть некоторые упражнения, которые просто можно давать на уроках, например. Ну вот известно, что с горы высотой 500 метров просматривается окрестность на расстоянии 80 километров. Из этих данных можно вычислить радиус земного шара. Ну или можно вычислить по следующим данным. Вот корабль высотой 20 метров исчез на линии горизонта на расстоянии 16 километров. Вот мачта его ушла под линию горизонта. Ну или как можно измерить уже сейчас, когда мы можем синхронизировать наши измерения, достаточно вот двум друзьям находиться на одном меридиане и измерить наименьшую длину тени от вертикального шеста, причем сделать это одновременно в двух городах. Ну я взял здесь Москву и Тулу, скажем, можно взять Казань и Тольятти, это два города на одном меридиане. И если знать расстояние между городами, вот таким образом можно измерить радиус земного шара. Про измерение астрономических величин мы сейчас переносимся на остров Самос. Вон он там совсем маленький. Это не туристический остров, все туристические популярные острова, они вокруг. Вот там немножко на юге Кос, Родос, там Крит еще больше и так далее. Но остров Самос не является популярным туристическим направлением. И, в общем, он и сейчас довольно глухая провинция. Он 40 километров в длину и 7-8 километров в ширину максимально.
Тем удивительно, что вот на этом крохотном острове с маленьким населением родилось три величайших гения. Это Пифагор, Эпикур и Аристарх. Соответственно, Пифагор – основатель современной математики, Эпикур – один из основателей греческой философии, а Аристарха можно считать одним из основателей астрономии. Вот про Аристарха сегодня главным образом пойдет речь. Аристарх Самосский. Никакие портреты не сохранились. Вот это памятник ему в городе Салоники в Греции, на территории университета города Салоники. Это, конечно, фантазия скульптора. Портретных изображений мы его не знаем. Аристарх в течение 20 лет работал в Александрийской библиотеке. Он был одним из главных астрономов. Он переписывался со всеми известными астрономами того времени. И, конечно, его главной целью было измерение астрономических величин, таких как расстояние от Земли до небесных светил, радиус небесной сферы, о том, что все звезды движутся по сфере, в то время не было никаких сомнений. И все это Аристарх сделал. Он написал книгу, которая называется «О измерениях величин Солнца и Луны». И эта книга была передана на латыни, она, вообще говоря, доступна и всегда была известна. И в ней он сделал все эти свои замечательные измерения. Его измерения можно разбить на три шага, и каждый шаг очень простой. Первый шаг относится к фазам Луны, то, что мы можем наблюдать сегодня. Ну, Луна, естественно, освещенная сторона Луны поворачивается к нам своими разными боками. Соответственно, вот если мы возьмем мяч и в темноте осветим его карманным фонариком, у нас будет освещенная где-то его половина примерно. И дальше эта освещенная половина может поворачиваться к нам по-разному. Если она отвернулась от нас, то у нас получается новолуние. Это вот, значит, просто темное пятно. А если она повернулась к нам вот просто фронтально, у нас получается полнолуние. Соответственно, все промежуточные положения, ну вот сначала из новолуния Луна напоминает часть буквы Р, она начинает растущая. Растет, доходит до половины, потом, значит, доходит до полнолуния, потом обратно уменьшается. Все это лунный месяц примерно соответствует обычному месяцу, до там 28 дней. За период лунный есть два момента, когда будет ровно половинка Луны. Вот она дорастает до половины, потом новолуние, а после этого бывает до половины. Вот эта половина называется квадратура. Потому что от квадратуры до полнолуния проходит ровно четверть периода, значит, соответственно, квадра, 4. Так что квадратуру каждый из нас наблюдает просто два раза в месяц. А замечательный вывод Аристарха состоял в том, что причина этой самой квадратуры состоит в том, что угол между в треугольнике Солнце, Луна, Земля является прямым. Вот что означает эта самая квадратура? Это значит, что Солнце освещает Луну в строго перпендикулярном направлении нашему взгляду. То есть мы можем построить прямоугольный треугольник. Вот это, собственно, и сделал Аристарх. Значит, L – это Луна, Z – это Земля, S – это Солнце. А лучи от Солнца, они освещают Луну в точности перпендикулярно нашему взгляду. Это замечательная его догадка. И таким образом у нас получается, что в треугольнике Солнце, Луна, Земля угол при Солнце прямой. Угу. Каждый раз, два раза в месяц вот такое происходит. Если это прямой угол, то в этом прямом угле мы можем узнать один из острых углов, вот при Z, альфа. Мы можем, в конце концов, направить две палки просто в одно направление Луны, другое направление к Земле. И получить вот этот самый угол. Естественно, что тогда использовался более совершенный прибор, но в принципе суть была та же самая. Просто две оси, одна направляется на Луну, другая направляется на Солнце. А как застать одновременно Луну и Солнце на небе? Ну, ранним утром это можно сделать. Таким образом, дождавшись наступления квадратуры, вот ранним утром, Аристарх измеряет этот угол. К его удивлению, он получается почти равным 90 градусов. Вообще говоря, этот ответ, насколько я понимаю, был неожиданным. Дело в том, что отношение расстояний до Луны и до Солнца, как мы теперь знаем, после этого измерения, это косинус угла альфа. Поэтому если бы у Аристарха получилось, например, 60 градусов, то получается, что Луна в два раза ближе, чем Солнце. Но у него он получился почти прямой, у него он получился 87 градусов. На самом деле это была ошибка, и в реальности этот угол уж совсем близок к прямому. Это 90 градусов минус 1/7 градуса.
То есть это совсем близкий к 90 градусам угол. И отношения, сейчас мы немножко покривим против истины, буду говорить про реальные цифры, а потом то, что у Аристарха получилось. Но принцип его, метод сам был совершенно верный. Значит, он просто измерил косинус этого угла. И, получив этот угол, обнаружил, что этот косинус равен 4, а единица на косинус равен 400. И отсюда вот следует вывод, что Солнце в 400 раз дальше, чем Луна. В то время вообще говорили, что либо просто оба на небесной сфере, и таким образом расстояние одинаковое, либо расстояние вообще не очень большое. Оказалось, что Луна ближе в 400 раз. Угу. А следующим шагом после квадратуры для того, чтобы выяснить отношения, сколько раз Солнце больше Луны, Аристарх привлекает для этого солнечное затмение. Солнечное затмение, как мы знаем, это явление, когда у нас Луна загораживает Солнце. Вот полное солнечное затмение, оно соответствует полностью затемненной части, вот на этом рисунке. Это довольно узкая полоса. Во время солнечного затмения тень от Луны имеет порядка диаметра где-то 270 километров. Она обходит такой полосочкой Землю. Поэтому если нам очень сильно повезло, то мы попадаем в эту полоску, и получается, что мы можем наблюдать солнечное затмение. 270 километров, а диаметр земного шара 12 800 километров. Поэтому, конечно, явление это очень редко, и не всякому человеку за всю жизнь даже удается наблюдать полное солнечное затмение. Частично в наших широтах солнечное затмение было где-то в районе, по-моему, 99-м или 98-м году. Там 30% Солнца было закрыто, это можно было через затемненную стекляшку наблюдать. А когда будет следующее полное солнечное затмение, в наших широтах я, например, не знаю. Но можно это посмотреть в астрономическом календаре, но явление чрезвычайно редкое. Аристарху, конечно, повезло. Он наблюдал своими глазами. На его жизнь эта удача выпала. Он сам наблюдал солнечное затмение. И сделал вывод. Сделал вывод, из которого он дальше смог продолжить свое вычисление. Сейчас мы понаблюдаем такие же картиночки в интернете. Посмотрим это на картинках. Мы посмотрим несколько фотографий солнечного затмения, постараемся сделать те же самые выводы. Я еще пущу музыку, пока мы будем эти фотографии смотреть. Вот мы будем считать, что мы посмотрели примерно столько же, сколько увидел сам Аристарх. Ну и давайте попробуем сделать этот вывод. Мы видели несколько картинок солнечного затмения. Какой геометрический вывод можно из них сделать? Понятно, что там был один круг, на него наползает другой круг. То, что Луна и Солнце круглые, мы, в общем, знали и без всякого солнечного затмения. А что мы можем нового узнать, если мы пронаблюдаем это явление, как мы вот только что сделали? Здесь особенно видно на предыдущих слайдах это. Вот, например, вот такой или вот такой сейчас. Вот такой, например. Земля и Луна и Солнце имеют практически одинаковые размеры, видимо. Понятно, что это можно было, видимо, сделать и просто наблюдая Землю и Солнце, но Солнце каждый раз как-то имеет разные размеры, потому что оно из оптических явлений в атмосфере. А вот здесь, на солнечном затмении, сразу видно, практически совпадают у них угловые размеры. Тут интересный вопрос, это следствие физических законов или это нам просто так повезло, что у Солнца и у Луны на небе одинаковые угловые размеры. Это следует ли это из законов физики? Или это просто такое совпадение, как вы думаете? Что?
В общем, нет. На самом деле это чистое совпадение. У разных планет Солнечной системы есть спутники, ни у одного из них угловой размер, если с этой планеты смотреть, не совпадает с размером Солнца. Это такое счастливое случайное совпадение. У Марса есть два больших спутника, у обоих размер угловой больше, чем у Луны, если смотреть с Земли. То же самое про Юпитер, например, можно сказать, и так далее. То есть это так повезло. Мы видим два одинаковых круга на небе. Ну, кстати, очень интересно, как бы упражнение на интуицию, понятие, какого же угловой размер. Если мы мысленно проведем два луча из нашего глаза, вот, скажем, на диаметрально предположенной точке Луны, то какой угол там получится? Ну, оказывается, всего-навсего полградуса. Вот размеры Луны и Солнца, они как вообще очень маленькие, как выясняется. И вот уже из этого наблюдения, Аристарх делает этот вывод, что размеры одинаковые, и уже из этого наблюдения его замечательный следующий вывод о том, что раз одинаковые размеры, одинаковые углы, то мы можем их просто совместить. Ну вот так же, собственно, как и происходит во время солнечного затмения. И мы получаем подобные треугольники. Раз так, то у нас получается, что отношение расстояний до Луны и до Солнца равно отношению их размеров. Просто это следствие того, что мы видим на солнечном затмении. И мы получаем, что Солнце в 400 раз больше Луны. И это второй вывод. Таким образом, мы знаем все относительные величины. Мы знаем, во сколько раз Луна меньше Солнца. Мы знаем, во сколько раз Луна ближе к Земле, чем Солнце, во столько же, в 400 раз. Надо эту цепь замкнуть каким-то образом. Нужно каким-то образом теперь вычислить абсолютные величины, а не относительные. Все то, что здесь мы с вами делаем, это все относительно, это отношение размеров. Ни одного абсолютного измерения астрономической величины пока мы не делали. По одной простой причине, это вообще говоря невозможно, если мы каким образом узнать абсолютные размеры, например, Луны. Если Луна отодвинется от нас в 100 раз, и при этом ее размер в 100 раз возрастет, то мы увидим то же самое на небе. То есть, вообще говоря, все это относительные величины, а единственную астрономическую величину, которая нам известна, это радиус Земли. Вот его мы знаем. Значит, таким образом, единственный способ измерить абсолютные, скажем, величины расстояния до Солнца и до Земли, это каким-то образом радиус Земли привлечь к этим измерениям. Все, что мы видим на небе, там Земля не участвует. И поэтому радиус знать бесполезно, кроме одного единственного явления. Это вот лунное затмение. Ну, лунное затмение – это третий шаг Аристарха, после которого уже цепь замыкается. Вот лунное затмение – это то астрономическое явление, в котором участвует Земля. Значит, вот Солнце, вот Земля, вот Луна. Это когда на Луне мы видим тень земной поверхности. Ну вот Аристотель наблюдал это явление, в отличие от солнечного затмения, оно наблюдается гораздо чаще, просто потому что лунное затмение, в отличие от солнечного, наблюдается просто на всей Земле сразу, а не в определенных районах. И другое дело, что оно иногда может быть ярко выражено, иногда не очень и так далее. Но вот на Луне получается тень, это тень такого немножко красноватого цвета, и это тень от Земли. Но вот поскольку эта тень круглая, то Аристотель за 150 лет до того сделал вывод о том, что Земля круглая. Ну а теперь надо как-то количественно придать характер этому измерению. Опять-таки несколько картин лунного затмения. Соответственно, вот оно такое. Значит, такая уже довольно большая тень Земли наползла на Луну. Она круглая. Ну и вот, собственно, теперь хорошо бы измерить размеры этой тени. Ну, получается такая простая геометрическая задачка. Вот у нас есть у нас на листе бумаги нарисована окружность, вот это край тени, мы знаем, что это окружность. И нужно циркумлинейкой достроить эту окружность до конца, найти ее радиус. Понятно, что это такая задача для 8 класса, она очень быстро решается. Мы можем любые две хорды провести, а потом, как пересечение серединных перпендикуляров, к этим хордам получить центр этой окружности.
Эти построения мы проделываем, и мы находим, во сколько радиус этой тени больше радиуса Луны. То есть во сколько радиус земного шара, тени от земного шара превосходит радиус Луны. Это радиус тени, конечно, не радиус Земли. Ну, получилось вот такое число 8 третьих. Ну, вот его Аристарх нашел практически точно. И отсюда получается третий этап, отсюда получается такая геометрическая задача. То, что мы изображаем, это такой модель лунного затмения. Нам известно, что вот это Солнце, а это Земля, а это Луна. Луна проходит какое-то время в тени Земли. Мы знаем отношение двух кругов с центрами в Солнце и в Земле. Значит, этот круг больше этого в 400 раз. Естественно, тут не в масштабе все это нарисовано, иначе мы не могли бы ничего разглядеть. Значит, точно такое же отношение расстояния до центров. Таким образом, расстояние от центра Земли до Солнца и до Луны также равно 400. Вот эти два отношения нам известны. И нам известен радиус Земли, то есть радиус средней окружности. И нам известно отношение отрезка М1, М2 к радиусу этого круга. Он в 8 третьих раз больше. Таким образом, известен радиус одного из кругов и известно несколько отношений. Первое отношение 400 – это отношение от центра Земли до радиуса двух кругов. Второе – это отношение центров радиусов этих двух кругов. Ну и третье отношение 8 третьих – отношение радиуса тени к радиусу Луны. Вопрос, как найти радиусы двух этих кругов, оставшихся. Вот они-то неизвестны. Если решить эту задачу, то мы сразу вычисляем размеры Солнца и Луны. Оказывается, что решить эту задачу невозможно. Здесь не хватает данных. Можно попробовать. Там один параметр остается неизвестным. И так ничего у нас и не получится. И тогда Аристарх делает следующий шаг. Он немножко упрощает эту ситуацию. Вообще, насколько в математике позволено упрощать? С одной стороны, мы знаем, что там простота хуже воровства. Как-то упрощать картину мира нельзя. С другой стороны, если бы мы ее не упрощали и не заменяли бы сложные задачи более простыми, наверняка очень многие задачи не удалось бы решить вообще. Как-то каждый раз нужно знать вот эту степень, когда мы можем один отрезочек заменить на другой и так далее. Аристарх понял, что на самом деле, поскольку вот эти прямые, поскольку расстояния, видимо, очень большие, вот эти, они гораздо больше радиусов самих кругов, то вот эти прямые, они почти параллельны. Конечно, они не параллельны в реальности, круги-то все-таки разного радиуса, но расстояние между ними должно быть огромное. Ага, ну а если они почти параллельны, то тогда мы диаметр круга можем заменить на расстояние между точками касания. Будем считать, что нам не радиусы кругов известны, а расстояние от точек касания. И тогда мы получаем вот такую задачу. Она, эта задача, не полностью соответствует картине, которую мы видим, но она есть ее приближение, и приближение с очень высокой точностью. Итак, вот нам дана трапеция. И теперь вместо диаметров окружности мы просто соединяем расстояние между точек касания, так что нам известно, что верхнее основание в 400 раз больше нижнего основания, верхнее основание в 400 раз больше отрезка М1, М2. Нам известно, что отношение расстояний от серединного отрезка до основания равно 400, и нам известна длина нижнего отрезка. Найти нужно таким образом длину отрезка верхнего и нижнего. Ну, дальше эта задача практически сводится к простой задачке. Вот у нас есть трапеция, известны длины оснований. Найти отрезок, который параллельно основаниям и делит в заданном отношении боковую сторону. Ну, понятно, что задачу эту мы можем легко решить. Не знаю, есть ли мел, что-то я не вижу ни одного кусочка, ну ладно. Тогда не будем ее решать на доске. Значит, итак, вот в трапеции даны основания и дано, в каком отношении этот отрезок делит боковую сторону. То есть отношение это как раз 400, как мы знаем. И таким образом нужно найти длину этого отрезка, вырезать ее через два других. Тем самым мы эту задачу решаем. Вот то, что получилось в результате, то, что получится, когда мы задачу решим, получится у нас, что верхний отрезок в 109 раз больше вот этого среднего.
То есть радиус Земли в 100 раз больше, чем 100 раз больше, чем радиус Солнца. Вот таким образом через лунное затмение мы вовлекаем Землю вот в астрономическую картину. И раз радиус Земли известен, мы сразу получаем, расстояние до размера Солнца и размера Луны. Ну, получилось, что Луна примерно в 4 раза меньше Земли, а Солнце в 109 раз больше Земли. Таким образом вычислены все размеры. Ну, что касается расстояния, если уж теперь мы знаем размер Солнца или размер Луны, то вычислить расстояние до него не проблема, потому что мы знаем угловой размер. Угловой размер в то время Архимед уже измерил довольно хитрым измерением, но вот эти полградуса Архимед уже получил. Ну и все. И после этого получается, что мы знаем размеры Солнца и Луны и знаем расстояние между ними. Вот следствие таких трех простых геометрических задачек. Дальше просто Аристарх рисует картину, которую он получает. Вот Солнце. Ну, давайте представим себе, что шар радиуса 10 сантиметров. Тогда Земля будет от него на расстоянии 10 метров. И радиус Земли будет примерно 1 миллиметр. Диаметр Земли. Вот такая здесь картина. 10 метров между ними. Все эти расстояния нам известны. Мы просто сжали их и подобным образом перенесли на такую картинку. Можно рисовать Луну. Она тут совсем крохотная. Четверть миллиметра. На расстоянии 6 сантиметров она будет обращаться вокруг Земли. Соответственно, вот у этого шара радиус в 109 раз больше, чем у этого. У Аристарха получилось в 19 раз. Но даже в 19 раз достаточно для того, чтобы сделать вывод, а с какой стати такой большой шар будет вращаться вокруг такого маленького. На самом деле, может быть, все наоборот. И Аристарх вот так чисто эмпирически делает такой вывод. Он пишет, что на самом деле в центре мира находится Солнце, а не Земля. А после этого он берет результаты астрономических наблюдений, известных к тому времени, и говорит, что вот эта картина мира, она гораздо лучше соответствует эксперименту. Вот согласно, если представить, что Солнце находится в центре мира, у нас все сразу концы с концами сходятся во всех наблюдениях. Во всех наблюдениях за траекториями звезд, планет и так далее. То, что эта картина мира, она гораздо больше соответствует реальности. Там, в общем, солидная часть этой книги посвящена именно защите вот этой системе, защите гелиоцентрической системы мира. Это примерно 200-й год, там плюс-минус, 240-й год до нашей эры. Он пишет книгу, эта книга впоследствии была переведена на латынь, она, в общем, всем была известна. До Коперника никто не решился эту систему мира принять. Несмотря на то, что система мира Птолемея, она была, вообще говоря, гораздо более сложной. Ну вот это известная Птолемеевская система мира, Птолемей, древнегреческий геометр, однофамилец египетских царей, что в центре находится Земля, 7 планет вращаются вокруг Земли, дальше вокруг Земли, значит, вращаются все, включая Луну, Луна самая ближняя, Солнце вращается вокруг Земли и так далее. Эта картина не соответствовала астрономическим наблюдениям, и чем больше астрономы вычисляли, более точно вычисляли траектории планет, тем больше она не соответствовала. В конце концов, первыми у Меркурия, Марса и Венеры появились вложенные циклы. То есть мало того, что вращается система планета по кругу, она еще и вращается по окружности вдоль своего центра. После этого количество этих вложенных циклов увеличивалось и так далее. А система мира с центром в Земле и с круговыми орбитами планет, она не соответствовала результатам наблюдений. Однако, тем не менее, в течение 17 веков человечество цеплялось за эту систему, имея вообще на самом деле правильный ответ перед глазами. Из книги, Аристарха. Ну, возвращаемся на шаг назад, давайте все-таки проделаем это вычисление. Это совсем просто. Значит, соответственно, если у нас дана трапеция с основаниями x, y, и в отношении альфа и бета мы поделили ее боковую сторону. Спрашивается, чему равна отрезок параллели или параллельным основанием, проведенным через эту точку. Ну, мы либо знаем ответ, либо можем легко его получить, из двух, разделив диагонали на два треугольника. Каждый из треугольников, вот верхний треугольник, подобен треугольникам, у которого общее основание с трапецией. Таким образом, мы получаем, что
один отрезок с левой стороны, он равен x умножить на бета, делить на альфа плюс бета, а тот отрезок, который с правой стороны, он равен y умножить на альфа, делить на альфа плюс бета. Итого сразу мы получаем этот ответ. Бета x плюс альфа y делить на альфа плюс бета. Ну, немножко парадоксальный ответ, потому что каждый у нас, каждая длина основания умножается на противоположный. Вот не на свое отношение, а на отношение к противоположному отрезку. Так получается. И на самом деле, если представить, что x в картинке, которую нарисовал Аристарх, x это Солнце, это диаметр Солнца, это диаметр Земли. А вот верхнее основание — это не диаметр Луны, а это диаметр земной тени. То есть y — это получается 8 третьих от диаметра Луны. Дальше мы просто применяем эту формулу и подставляем известный радиус Земли, и получаем радиус Луны и Солнца, собственно, и все. Поскольку отношение оснований нам известно, дальше, получается, задача решается сразу. Ну вот, в системе Птолемея потихонечку количество вложенных циклов увеличивалось, оно к средним векам достигло 75, вместо изначальных 9 окружностей. К 13 веку там было 75 окружностей на этой схеме Солнечной системы. Вот король Кастилии Леон Альфонс X, очень много изображений у него сохранилось. Это Кастилия Леон, это государство на территории современной Испании. Он правил довольно долго, он собрал вокруг себя всех самых выдающихся ученых и мудрецов того времени, и любил сам проводить с ними научные беседы. Ну вот, как-то раз он позволил себе сделать такое высказывание, рассуждая о системе планет и небесной сфере, он сказал, что если бы Всевышний оказал мне честь и спросил моего совета при сотворении мира, я бы посоветовал ему все сделать немножко проще. И, ну, его судьба, к сожалению, печальна, так сказать. Там были разные причины, вот одна из этих причин была вот это самое высказывание, кто-то донес, и, значит, это стало известно местному кардиналу, и, в общем, там его отлучили от королевского звания впоследствии. Но, тем не менее, вот эти настроения, они где-то к 13-14 веку, вообще говоря, превалировали. Но почему так все сложно? Почему у нас должно быть у разных планет по 7-8 вложенных циклов? Одна окружность вращается, центр второй окружности вращается по первой, центр третьей вращается по второй и так далее. Так 7-8 раз. Неужели нельзя все сделать проще? На самом деле причины, по которой не принималась гелиоцентрическая система, построенная Аристархом, они очень простые, и они действительно скорее математические. Дело в том, что нам известно расстояние от Земли до Луны и до Солнца. Значит, мы понимаем, что расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров. Вот это вычисление было проделано. Соответственно, между летом и зимой Земля проходит 300 миллионов километров. Значит, между, скажем, 22 декабря и 22 июня расстояние от Земли в декабре и до Земли в июне 300 миллионов километров. Это уже огромная величина. Но при этом никакие формы созвездий не меняются. И яркость звезд не меняется при этом. Это означает, что расстояние до небесной сферы, о том, что все звезды все-таки на сфере лежат, в то время не сомневались. Расстояние до небесной сферы должно быть еще больше. То есть 300 миллионов километров, пройденных Землей, по отношению к радиусу небесной сферы, должно быть просто пренебрежимо малы, потому что ничего же не меняется, размеры созвездия остаются те же самые. На самом деле Аристарх это прекрасно понимал, и он в книжке написал, что объем сферы, объем, конечно, это диаметр, а не объем, объем сферы неподвижных звезд во столько раз больше объема сферы с радиусом Земля-Солнце, с центром Земля-Солнце, во сколько раз объем последний больше объема земного шара. Можно легко посчитать. R — это радиус Земли, 6400 километров. А расстояние от Земли до Солнца, ну, примерно 23,5 тысячи
радиусов. Это мы знаем, да, это вот мы только что установили. И это примерно 150 миллионов километров. Значит, согласно Аристарху, расстояние до звезд должно быть больше во столько же раз. То есть мы должны 23 500 возвести в квадрат. Это примерно 3,5 триллиона километров. Радиус небесной сферы. Ну, вот как писал один из философов того времени, на месте уютного и компактного мира Аристарх нарисовал бездну. То есть представить, смириться с мыслью, что мы живем в мире вот такого размера, 3,5 триллиона километров, никто не мог. Гораздо было как-то комфортнее все-таки представлять себе, что мир не имеет таких грандиозных размеров, потому что на самом деле от 3,5 триллиона километров, в общем, уже один шаг до бесконечности. И дальше все. Дальше бесконечность мира, и дальше уже идея Джордана Бруно, что если мир бесконечен, значит, возможно, наша система уже не единственная система планетарная и так далее. Архимед, например, не принял этой системы. Вот такого огромного мира, такого огромного радиуса небесной сферы он принять не мог. То же самое потом произошло с Гепархом через 100 лет и так далее. И вот, собственно, только через 17 столетий, когда уже было накоплено достаточно знаний, вот в книжке Коперника это было сделано. Тем не менее, вообще говоря, мы можем эту линию продолжить и свести ряд вот известных астрономических задач довольно простым задачам геометрическим. Да, ну, на самом деле, вот этим своим тезисом Аристарх не сильно ошибся. И в реальности расстояние до ближайшей звезды в 11,5 раза больше. То есть, на самом деле, он почти, ну, с точностью да, в 10 раз, он почти угадал эти астрономические расстояния. Расстояние до ближайшей звезды, вот Проксима Центавра, 40 триллионов километров, больше в 11 раз. По порядку, вообще говоря, Аристарх оказался прав. Конечно, здесь эти размеры впечатляют, и до сих пор в них трудно поверить. Вот если мы ту же самую картину посмотрим, когда Солнце имеет диаметр 10 сантиметров, а Земля 1 миллиметр, то тогда ближайшая звезда, это Проксима Центавра, будет на расстоянии вот таком, 2700 километров. Это размер, то, что следует из модели Аристарха, это размер небесной сферы. Ну, конечно, это такого быть не может, да? Просто ерунда. И поэтому все продолжали верить в Птолемеевскую систему, даже несмотря на то, что она не соответствовала наблюдениям. А вот, собственно, несколько задач, при которых мы можем строго доказать, что планеты не могут двигаться по круговым орбитам вокруг Земли. Ну вот, например, такая задачка. Вот на плоскости дано две окружности с общим центром. И по этим окружностям двигаются равномерно точки с разными угловыми скоростями, но с постоянными. Надо доказать, что найдется момент времени, когда угол между двумя радиусами вектора будет тупой. Такая несложная геометрическая задача. Я ее дал в 8 классе на Олимпиаду, все решили. В общем, такая достаточно низкого уровня Олимпиады, районный тур. А что из задачи следует? Дело в том, что если... Ну, не случайно здесь... Дело в том, что если... О, это центр Земли. В, это центр Земли, М это центр Меркурия, а В это центр Венеры. Тогда из этой задачи, они, конечно, в разных плоскостях, но плоскость у них почти одинаковая, там 5 градусов всего угол между ними. Вот Венера и Меркурий. Тогда, согласно этой задачке, у нас должен быть момент времени, когда между ними угол тупой. А этот угол, согласно многолетним наблюдениям, не превосходит 76 градусов. Никогда. Значит, теорема доказана. Значит, ситуация, по которой все планеты по круговым орбитам вращаются вокруг Земли, невозможна. Ну, то же самое можно сделать и для трех планет. Можно здесь придраться к этому рассуждению, что мы, вообще говоря, может быть, есть когда, момент, когда между ними тупой угол, только этого не видно. Может быть, это там днем происходит, например, а ночью, когда видны обе эти планеты, так хитро получается. Ну, тогда для этого есть еще одна задача. То же самое, но только про три. Точки, вращающиеся по трем разным кругам. Вот есть три...
окружности концентрические, по каждой из них движется точка, и все три угловые скорости разные, они попарно различные. Верно ли, что найдется момент времени, когда все три угла между радиусами к этим точкам составляют друг с другом тупые углы? Я, когда писал статью в «Квант», мне что-то неохота было решать эту задачу, я прикинул, что, скорее всего, это верно, и такую задачу и написал. Докажите, что. А потом оказалось, что это неверно. Оказывается, что есть контрпример, причем контрпример в каком смысле единственный. А оказывается, можно так расставить точки на трех кругах, чтобы и запустить их с постоянными скоростями, так чтобы углы все время были, хотя бы один из трех углов все время был острый. Причем начальная расстановка скоростей, она более-менее одна есть. Вот. Ну, дальше настолько забавная эта конструкция. И эту задачу мы дали одновременно. Сначала на Мехматовскую олимпиаду для студентов. Ну, там участвуют студенты 2-3 курса. А потом на олимпиаду школьников, на олимпиаду имени Шарыгина, геометрическую. И удивительно, что на Мехматовской олимпиаде эту задачу не решил никто. А на олимпиаде Шарыгина эта задача была дана в 9 классе, ее решил человек 8, наверное. Причем даже придумали решение еще более красивые, чем авторские. А, конечно, студенты Мехмата, они уже отягощены теми знаниями, которые они получили, они пытались там дифференциальное уравнение писать и так далее. А на самом деле, вот ответ, он довольно здесь простой и доступен девятикласснику. Само это построение. Ну и последнее, вот, например, вот такая задачка. Известно, что максимальное угловое расстояние между Венерой и Солнцем равно 48 градусов. Вот надо найти радиус орбиты Венеры из этих данных, если расстояние от Земли до Солнца нам известно. Ну, естественно, в гелиоцентрической системе. То же самое для Меркурия. Таким образом, вот отправляясь от трех главных астрономических величин, найденных Аристархом, здесь можно на самом деле и вычислить уже все размеры, просто буквально в смысле не вставая с письменного стола, не делая уже никаких дополнительных наблюдений, потому что все эти данные, они были известны. Мы подошли к концу. Вот удивительная эта история и удивительное вычисление, которое вообще сводится к задачам, к простейшим элементарным геометрическим задачам, которые, возможно, в общем, именно оно, ты должен быть темой, скажем, первых уроков геометрии, как только, ну не первых, но как только, скажем, школьники узнают про подобные треугольники, вот, собственно, история, которую уже здесь можно решать. Ничего, кроме подобия, даже в третьей. Третья задача, она, конечно, посложнее, но даже в этой задаче не использовалась самим Аристархом. На этом лекция закончена. Ну, большое спасибо за приход под таким ливнем.